Приветствую, дорогие зрители, с вами Дилирон и Мини-Кошет. Скажи привет. Приветик, мяу. Продолжаем наш скайблок с лаки-блоками. Сегодня у нас будут необычные лаки-блоки. Это скелетьи лаки-блоки, либо костяные, либо череповые. Короче, я не знаю, там череп, и, возможно, будет что-то злое, связанное со скелетами. Может быть, нет, может быть, сейчас взорвемся мы здесь все нафиг. Или еще какая-то хрень. Это ж лаки-блоки, тут никогда ничего не понятно. Так, у меня в первом же шапка. Броня. Отлично. Отлично, такие бутылочки. Хрена это себе. Не самая хорошая. Воу, я ничего не трогаю. У меня что-то... Кажется, я получил какое-то проклятие скелета. Гляньте, я ничего не трогаю. Я что, еще взлетаю, что ли? Это что за струль такой? Со мной что-то происходит? Ну, Коржик, блин, меня прокляли. Блинчик. Коржик, со мной что-то... Я лучше килл, что ли, прописать? У меня полсердечка. Давай, лучше пропиши, меня... да, быстрее килл. Я в любом случае, кажется, умру. Че это такое? Проклятие какого-то скелета? Ой-ой-ой, я не знаю, что-то злое. Можно сейчас... Меня еще перевернуло вверх ногами. Это что за хрень? Если честно, вообще непонятно. Реально, эти лаки-блоки, они очень странные. Они проклятые. А реально, это вдруг проклятые блин, лаки-блоки. Жесть, у меня тоже какие-то... Ой-ой-ой. Меня забрали. Так, мне дали топор, но, блин, что ж происходит это такое? А у меня кирку забрали. Блин, на меня напали монстры. Офигеть. У меня стражи из подводного мира напали. Зато мне дали один топорик неплохой. Это а чё у меня типа, вода неплохо. Исчезла? Откуда я вижу твою воду. Вода на месте, да, вода твоя. Она исчезла. Ну, стройся. Ну, буду строить, да. Будешь тогда строиться, сделай заход себе на базу. Блин, уходи, на меня наложили сюда. Эффект. А, я знаю, кто это забрал. Так, на 2 минуты я буду ходить не в ту сторону, куда Темами должен. Ёжикинский ежи, зато у меня есть крутой меч. Офигеть, слушай, это из какого-то мода, сюда что-то понапихивали. Иди отсюда. Здесь загибридизирована опять куча модов каких-то разных. Офигеть, блинчик. Так, тапки. Га! У меня сейчас явно сложности, я пытаюсь смотреть в одну сторону, а меня выкидывают в другую сторону. Короче, если я иду вперед, мне нужно нажимать для этого назад, чтобы смотреть вверх, это низ. Я же помню, такая хрень когда-то была, но это не круто. Блин. Да-да, убей так. Меня. Давай, ломай меня полностью, мистер убиватель. Давайте пройдем. Так. Да кто меня убивает? Так, так. Вот так вот, я что-то активировал. Когда это закончится? Через минуту 14? Отлично, все, спасибо тебе. Ой, я могу крипер, так построить. Крипер меня избавил от страданий. О, какое это счастье, когда ты куда хочешь, туда и смотришь. Так, это что такое? Какие-то дилероновские лаки-тапки. Одену-ка их, наверное. Сундуки. Защита от коржиков. Тогда у меня будет такая вот сундучья. Сундучья защита. Чё? Это чё за срань? Ко мне только всё что появился какой-то монстр, и у меня здесь жахнули. Я не понял, кошка, вот я не понял, что произошло, но что-то злое. Так, я себе вот так вот призастроюсь немножечко, вот так вот. Все, все ушли. Серьезно, что-то очень непонятное происходит у меня на острове. Просто какая-то вот может кто-то магия. Понимает, но я не понимаю. Это проклятые лаки-блоки. Это серьезно говорю. Воу. Меня скинули вниз. Так, отлично. Ну, крутяк. Интересно, у меня эта кнопка, это та, которая у меня за спиной была, да? Или нет? Нет, кнопка на месте. Короче, значит, у меня запасная кнопка есть для кошки. На базу, если к ней приду, кошка скажет, типа, ой, а у меня здесь нету никаких кнопочек. Я не знаю, как пройти на базу ко мне. Ага. Так, смотри, я могу ставить сундуки и из этих сундуков сразу что-то забирать. Нифига себе. Так, ну это круто. На конскую броню отставлю. Я же мне на центр пошла, я, блин, тут... Я страдаю. Так нормально, я тоже пока непонятно, чем страдаю. Счастье, у меня есть целый один блок, я не побоюсь им простроиться. Все, никто теперь не скажет, что я ничего не пытался сделать. Так, это фигня, это у фигня. У меня блоков дофига, но блин. Так, это еще какие-то тапочки. Тоже какая-то фигня. А может быть, я смогу что-то разочаровать? Хотя, не, вряд ли. Воу. Так, еще блоков какие-то тапки. Блоков у меня, к сожалению, немного. Стрела. Так, 600 секунд осталось. Блинчик. Та-та-та-та-та, где же, можно строиться на центр. Так, а где? Ой, а что у тебя там происходит? У меня какая-то будка появилась, но я не уверен, я что вижу, все. Стеклянно? А, вижу вот активатор. Так, я надеюсь, мне мою домину не разнесет. У меня обсидиановые так, блоки. Что-то есть. Падает. Полстака. Это очень странные лаки-блоки, кошка. Очень странные. Очень, очень. Они мне какой-то да. писюн на острове построили. О, ночь просто... шикарно, сейчас приду. Шикарно, не надо. О, это кто такие? Ночь, это ночь, Дилерон. Блин, это не ночь, это пауки. Что происходит? Пауки, отстаньте. Ночь. Ну и ночь, и пауки, и какой-то боб еще появился. И коня я случайно ударил. Конь, прости, брат. Отошел. Конь, кусай их. Блин. Да что творится? А, слушай, что это за подарочек у меня есть? Я не знаю, ломай лаки-блоки, кошка, ты точно ломаешь лаки-блоки? Да, я по-моему, уже простраиваюсь. По-моему, кошка-читер. Кошка-читер не ломает лаки-блоки. Я понемножку простраиваюсь. Так, подожди, слышь, ты сдохни.
Ты тоже сдохни. Дай мне эндерперлы. Отлично, брат, спасибо. Так, я иду за блоками. Один? Так, я могу отправиться в мир эндера. Че, серьезно, что ли? Меня астральный Боб убил, которого я вроде бы даже не трогал. Боб, как ты мог? Так, у меня есть 3 лаки блока. А это что такое? У меня есть много блоков. Я не понял, но это что-то, возможно, противокошечное. Противокошечное какое-то. Противокошечное. Что-то противокошечное у меня вроде бы есть. Можно так, тихо, братишка. Ты куда делся? А ты это можешь сожжать можно? Иди сюда. You can warning. Что-то происходит, да? У тебя что-то происходит? Что-то происходит. Я съела, получается, какой-то подарочек, и что-то у тебя должно было происходить. Я не в курсе, но у меня что-то происходит. А рука чешется по-настоящему, я не могу, я строюсь. Отлично все. Так, из этих братишек никто не дал эндерперл. Давай, давай, сюда иди, Ты кому говоришь? Че, серьезно? Я убил уже 3 эндерменов, и мне из них не дали нифига хорошего. Какая у тебя волына, нифига себе. Да, маленькая такая, нормальная. Да что? Короче, у меня на острове есть какой-то, у меня на острове какой-то проклятый монстр, и он творит какие-то проклятые дела. А убить его реально? Я не в курсе. Мы с ним пока еще до этой степени не договорились. Пока только меня убить реально. Конь. Нифига, конь какой. Так, ладно, конь, мы с тобой будем дружить. Так, мусор. Че? Так, я вижу. Ты готов меня принимать? Я не готов. Я не готов. Так, это мне не надо, это мне тоже, может, не надо. У меня есть факел, кошка, я не побоюсь им воспользоваться. Вот так вот. Тебе страшно? У меня есть лук. Лук? Я пока не вижу, так, я жопой глазик к тебе иду. Жопой? Да. Но это хорошо, это прям хорошо. Эй! Рука почесалась, спасибо! Кажется, я немножко по-другому планировал это сделать, но... Но нормально. Выстрел мне в жопу. Нормально. Так, надо узнать, что вот это вот такое, что оно дает. Так, тихо, аккуратненько, вот так вот делаем. И что произошло? И вроде бы нифига страшного не произошло. Я думал, что это страшное. Слушай, хочешь подарок? Так, это... Нагрудник какой-то. Ничего себе, все, живем, жруем. Блин, у меня тоже, кстати, броня очень хорошая, только нету поножек. Так, это какие-то срули. Не люблю эти срули использовать. Так, это какие-то зельки. Это зельки из какого-то астрального мода. Так, зельки, которые дали зельки. Здравствуйте, кошка. Как ваши дела? Воу, слышь, ты что такая дерзкая? Слышь, ты что такая дерзкая? Какого фига? Это сруль. У меня же тебе рыбка есть, вот рыбка. Вот рыбка для кошки. Что не дерево, это рыбка. Это рыбка для кошки, что нет, дилерон. Так, это что такое? Lucky Potion. Так, и чё? Я что-то сделал. Воу! Так, подожди, а что происходит? Я какую-то дымовую завесу тут сделал, нифига не видно. Так, все, знаешь, ты себя плохо вела, ты не заслуживаешь рыбку. Сожру кошкину рыбку. Какую рыбку? Все, съел кошкину рыбку. Потому что ты себя плохо вела, кошка. Плохо. Понятно. Кажется, немножко промахнулся. Но нормально. Ты иди отсюда. Слышь, нифига, у него нагрудник. У него нагрудник с лаки-блоком вообще. Так, это что? Я что-то сделал. Так, это бекон, который не знаю, что он делает. Как-то мне здесь неспокойненько. Надо какое-то проклятие против кошки придумать. Так, в сундук, в котором еще какие-то зелья есть. Отлично. Забираем. Так, тихо. Спасибо. Ты дошел. Отлично. Так, слушай, мы получили что-то крутое, по-моему. Что за что? За то, что ты дилеронов обижаешь. Так, мусор. Да, убила. Отношения убить ты меня хотела. В кашу мне насрать ты хотела. Вот что ты хотела. Так, я, наверное, сейчас знаю лаки-блоки. Тебя. Так, это какие-то меня зелья. Оттягивает назад, дилерон. Отлично. А, получается, меня все устраивает. Как у тебя такая фигня, помнишь, была? Да вообще не в курсе. Не вперед, кого-то идти, а назад. Куда-то... А, отличное проклятие. Так, я блоки. Вот умру. Вот это неплохо. Отлично. Зелье. Блин, это реально проклятие. Проклятие? Так, это что? Это зелье силы? Ты тройной выстрел, что ли? Так, это непонятно. Так, это плюс лаки. Еда! Круто! Лерон, чё? Нет. Лерон. Так, мужик, ты же хороший. Я выпила зелье, которое забрало у меня меч. Все забирает потихоньку. Так это круто! Слушай, да, это оно все ломает. Отлично. Круто. Ты представляешь? Я счастлив. Ты не представляешь. Я счастлив. В жизни наконец-то что-то пошло хорошо. Я тебе несу цветок. Так, это какая-то плохая срань. Я тебе цветок принесла! Да, отошел!
Цветоконоситель кошачий. О, у меня еще есть палочка. У меня какой-то зеленый песок вообще. Откуда этот зеленый песок? Я же говорю, что это... Я какой-то дерганый стал. Так, кажется, меня отпустило. Ой, дерганый это отлично. Что-то странное происходит, кожик. Что-то странное в этом свете происходит. О, астральный монстр. Я оно само меня идет иногда. Это кошак вниз улетел? Да, это я. Меня астральный монстр убил. Слушай, эти проклятые лаки-блоки, они какие-то жесткие. Слушай, какие-то адовые монстры. А у тебя песка вообще не... Это кто такой? Отошел! У тебя какой-то герой! Кошку фигай! Герой, я два на одного, два на одного, два на одного! Два на одного, отошел! Какие-то с рули из меня летят. Я ходить не могу! Из меня какие-то бульки еще полетели. Реально, что-то недоброе. Какие-то проклятия. Я тебе говорю, эти проклятые лаки-блоки, не говорят, что странное. Ой-ой. Так, отошел. Отошел. Я палочкой хочу тебя убить. Да, конечно же, у меня тут сердечко отстать. Ой-ой-ой. О, ты ходить. Слышь, у меня все белое. У меня тоже. А что такое? О, Майнкрафт закрылся, отлично. Да, уходи. Ой-ой-ой, 30 секунд осталось, 30 секунд. Блин, я тебе говорю, такое-то проклятие жесткое. Как забраться к кошке? Так, я понял. Никак, так, чу-чу-чу. Блин, пока. Как ой, так? Что-то, 19 ё-моё. Секунд. Так, ну я вроде бы... Подожди, кошка побеждивает. Ай-яй-яй-яй, слышь, надо блинчик. Было выживать, кто ж знал, блин. Я вообще не смотрела. Я думал, что все отлично, оказывается, нифига не отлично. Вот это печально. Кошка побеждает. Это все проклятие, я тебе говорю, это все проклятие. Я бы втащил. Пофиг, что у меня было одно сердечко, я бы втащил. Это все проклятие. На-на, цветок. Что? Всё, дружба, мир, жвачка. Две, два цветка. Насрала мне цветка, я убежала здесь. Блин. Не, ну серьезно, я говорю, эти проклятые лаки-блоки, они творят какие-то странные вещи. У меня вообще какие-то эффекты наложены, очень странные. Так, ну да. Все, ты меня не убьешь, до свидания, пока. Пока. Я как Бэтмен ушел в закат. Пока. В общем, спасибо, что вы смотрели. Для вас играли, комментировали. Дилерон имени кошка. Если впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки. Сегодня с вами были очень странные, заколдованные, проклятые лаки-блоки, костяные. Я даже не знаю, прям было невероятно жестко. Если понравилось, ставьте палец вверх. До скорых встреч. Всем спасибо и пока-пока. Не, ну охренеть, под конец аж Майнкрафт сломали, я в шоке просто. В общем, всем пока.